Когда вы покупаете корпус для ПК от компании с легендарным именем Cooler Master, вы можете ожидать, что его основная цель – отвод тепла. Действительно, инициалы корпуса Cooler Master серии HAF означают High Air Flow, созданный для обеспечения высокого потока воздуха и максимальной производительности. HAF 500 может похвастаться культовыми вентиляторами ARGB диаметром 200 мм, обеспечивающими непревзойденную эффективность всасывания и охлаждения. Корпус HAF 500 сочетает в себе панели из закаленного стекла с левой стороны и окрашенный стальной лист с правой стороны, а также лицевую панель из сетки спереди. Этот последний элемент включает в себя два больших 200-миллиметровых приточных вентилятора, которые усиливают концепцию воздушного потока и создают эффектный внешний вид. А узнать актуальную стоимость этого корпуса вы сможете, заглянув в описание под видео. Там мы оставили ссылки на самые выгодные предложения в интернет-магазинах. Сетчатая передняя панель с большими воздухозаборниками обеспечивает высокий поток воздуха, поддерживая работу внутренних компонентов при оптимальной температуре. Корпус оснащен специальным вентилятором графического процессора, регулируемым для различных длин графического процессора. 120-миллиметровый вентилятор, расположенный в верхней части корзины для жестких дисков, обеспечивает специальное охлаждение графического процессора для обеспечения максимальной производительности. Достаточно места для двух 360-миллиметровых радиаторов на верхней и передней панелях, что позволяет использовать самые передовые системы водяного охлаждения. Боковые панели, не требующие инструментов, и съемная верхняя панель облегчают и упрощают установку компонентов без необходимости бороться с небольшим пространством. Верхняя панель полностью съемная для облегчения доступа к компонентам во время сборки. Простота использования также облегчает установку охлаждающих устройств, таких как вентиляторы и радиаторы. 200-миллиметровые вентиляторы ARGB, встроенные в ядро серии HAF по дизайну и функциям, бесшумно и эффективно перемещают большие объемы воздуха благодаря своим большим размерам. Используя входящий в комплект концентратор, можно настроить подсветку ARGB, чтобы создать комплексную тему, соответствующую вашей сборке. Порты USB 3.2 Gen 2 Type-C, встроенные в панель ввода-вывода, обеспечивают многоцелевую оптимизированную передачу данных. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Не влезла система водяного охлаждения 280 от Arctic. Мало места под HDD. Нет пылевого фильтра спереди. А вот что покупатели оценили больше всего. Красивый. Много места. Продуваемость. USB Type-C. Удобный кабель-менеджмент. Два больших вентилятора в комплекте. Стильный. RGB подсветка. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке мы оставили в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!